прокуратура разрешила проносить в кинотеатры еду и напитки, даже если речь идет о продуктах, купленных не в развлекательном центре. Поводом к судебному разбирательству стала жалоба жителей Екатеринбурга на один из городских кинотеатров, куда ему запретили войти со своей едой. В правилах заведения об этом, кстати, написано. Однако пункт противоречит действующему гражданскому законодательству, а также правилам по киновидеообслуживанию, утвержденным постановлением российского правительства. Таким образом, иск потерпевшего удовлетворен, в следующий раз он может прийти в кино со своей едой.